Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим о стрессе. Итак, что такое стресс? Стресс от английского «давление, напряжение». Физиологическая реакция организма на внешние воздействия, которые необходимы для адаптации к изменившимся условиям. Это состояние эмоционального и физического напряжения, которое возникает в определенных ситуациях, которые характеризуются как трудные и неподвластные. Удивительно, но стресс бывает полезным. Предвестники стресса, эмоции, как известно, они бывают положительными и отрицательными. И в связи с этим и стресс может быть тоже приятным или неприятным. Ну, к примеру, это может быть сюрприз, какая-то неожиданность. Она может быть приятная и неприятная. Однако на биологическом уровне это выглядит совершенно одинаково. Такой неприятный и опасный стресс называется дистрессом. А вот положительный стресс называют эустрессом. Какие же особенности есть у дистресса и у эустресса? При эустрессе человек испытывает положительные эмоции. Он уверен в себе и готов совладать с ситуацией и сопровождающими ее эмоциями. Эустресс как бы пробуждает человека и позволяет двигаться ему вперед. Это позитивная взволнованность или радость. Дистресс – это результат критического перенапряжения. Он препятствует развитию человека и провоцирует ухудшение здоровья. Кроме этого, стресс бывает кратковременный, острый или хронический. Кратковременный стресс обычно даже бывает полезными. Острый стресс граничит с шоковым состоянием. Это неожиданное, сильное потрясение. Хронический стресс – это воздействие различных, малозначительных стрессогенов на протяжении достаточно долгого времени. Примером положительного, кратковременного и даже полезного стресса является соревнование или выступление на публике. Примером дистресса, опасного и длительного стресса, являются психотравмы, такие как, например, смерть близкого человека или смерть домашнего животного. Ну а в следующем видео мы поговорим с вами о стадиях проживания стресса. Если вам понравилось наше видео, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!